на смерть поскладала. И на мятки, и тут спаница галька. Лена, все пока. Жуковина лежит, крестик лежит, так. И хустки эти на смерть, и на мятки эти, что упускать на смерть. Ага. Вот, что упускать на мятки. Во. Я как уже здесь и знали, те, которые были в походе. Это спаница под спод. А покажите, может, разгарнись, коли. Это стиральник туда кладут на смерть. Тоже мохрика сделала, гороночка сделала, кладут. А куда его кладут? В боку, под голову. Стиральничок Ленка. Вот эти хустки заселят. Ванну в голову. Какие хорошие хустки. Побачу, какие хорошие хустки. Ванну в голову заселят, Лена. Другую у ноги. Эту у ноги. Вот такие хорошие хустки. Эту завяжут на голову мне, дурачкову. Эту каптана положат к боку, эту наволочка. Эту каптана наложат на меня. С гарнунками, с цацками, побачки, каптан хороший. Это сами вы робили? Ага. Побачи, Леночка. Ну, сама вот что такое ношу. Uh-huh. И ногу к боку положат, такие красивые. А эту спаницу тоже к боку. А эту спаницу... А вот же, пусть спаница женилась. Uh-huh. Лена, как раз побачкая была. О, красивая. Такая я была тоненькая, как ты, Ленка. Как ты была худенька. А сегодня разъелась, Ника. А покажите, распростерится. Так а если она не влезет на вас, то что? То и положить к боку. А, боку. К боку положить. Угу. В этой спаднице я женилась. Так и был каптаник беленький, и был фартушок беленький с гороночками. Угу. А застался он твой фартушок? Фартушка сносила. Угу. Вот этот фартушок тоже я девкой носила. Угу. Вот это могу отдать в музей. Вы красивый фартушок. А покажите кошулю, что вы кажете сорочку? Сорочка. О, якая. Это вы робили? Я кто ж не робив? Угу. Я майстер на всі руки була. Угу. Вот цього башка. Это сорочка на смерть. Вона довго вже. Я вже не виступала в ній, нічого. А ти так я старіє. А в якому році ви її зробили, цю сорочку? Ну, мов, 55-му якому. Угу. Це вона смерть сорочка. Вот. Я ще й майку я положу. Комбінашку, сьогодні комбінашки ношу я. Угу. Я куди їду. Это яблуком називається взор. Который? Вот это что тут на... Тут его на рукавах. На рукавах яблоко. Яблоко. Такі рушеньки. Лянка перебирала з моїх рукавів. Ага. Рушеньки такі. Так було таке, що з рукавів рушеньки перебирали, так? Да? В домовину ще кладуть 1.5 метра на всю домовину. Надо на своєму полотні лежати. Ага. Як помреш. О! А под полотном, може, які стружки чи що? Стружки кладуть, капають засідає. Ще мені і капа лежить. А що за капа? Ну, куплена, це вже капа. А, так а її на низ чи наверх? Труси і майка, і покривало ніде нашите є, і гета є стяка, і гета є, і скатерть, і гету по домовині заслати, теж ткана льном. Так це наверх на домовину? Так, так, наверх. А капу куди? А капу кругом домовини, це наверх на домовину. Я ще пошиваю кеточки кругом зьозочки, ще не дійшла до гетого. Але прибрала і рошу сюди зробила в серединці, бачиш? Угу. І з'їду такою, а з'їду. Голубовую я эту мережку пробила себе красным между тканами. Угу. Все тканы, все вот льном чистеньким. Угу. Я тоже сказала, как дети ведали, Ленка, знали, что деваться мне, что умирать. Как она, Ленка, да, пожелай мне, как легко померла. Я, боже, боже. Как вам легко померти? Как она легко померти? Ну, как еще ж пожить, покуль хочется. Ну, а это каптаны мог боку покладуть, баш. Каптаны, яких я носила, хворсила каптаны. А это вы девкой носили, те уже замужем были? Девкой носила. Вот такие каптаники носила я. Хворсила. Вот такие каптаники носила. Это же в бок покладывать одного и другого. Вот такие цветные. А сегодня интеллигентные ношу, дети купляются, дают, бо девки мои полные. Mm. Ну, вот Лена мне все показала.
А покрывала я ж всякие. Я на сыну покажу, где что я покрыла. На мятке тут лежать. Хорошо. Испаница это на смерть. Побачу. Так а какую вам будут тады? Ту весельную, чи гэту? Гэту, ту и под спорт, а гэту наверх. И каптана голубого, и хустка такая темная. Будет лежаться красавица баба. Ой, гэта каптана к боку положу. Там матер занесу, все криви. Ой, гэта голубый, розовый. Так а як вы кажете, к боку покладу и занесу матери все криви? Ну, а там свете подали ему, и поносили. Это как подарок получается. А было у вас такое, что кто-то кому-то своим хотел передать, да клал чужому труну? Нет, нет. Чужому не кладут. Не можно класть. И эта спальница передавалась. А ты что выступает с галенами? А ну с галенами в музей отдала. Уже думала, захворила. Сестра померла, она другая. Брат помер, я уже не ходила выступать. Жалоба была. А в этой передавалась. А галёны это что? Галёны? Это ленточки пшитые. Это по нас называют галёны. Ага. А какого они цвета какого? Галёны? Синенькие. Там голубенькие. А всегда синенькие? Либо голубенькие всегда сели. Молодой. Молодой именно. А кому ещё замужним нашивали галёны? Ну, замужним нашивали. Тихо. А здесь моя покрывала. Лена, а вот я покрыла купленный хрестом, а это ж нашла Ленка такого, вот я ж побачу золотая. Побачу Ленка. Ой, Лена, покрывала. Это куда его? Як я там лежала в цьому дубі, чому і треба гэтым накрыць. Наверх. Наверх, а потом по гэтым чулёшся. Я таке купляцца хрестом церковны. Поняла? Поняла. Это ж система, что на что накрывать. Да, да. Еще. Да, Леночка. Ох, Леночка, тебе показала одежду, ну не можно.